ООН призвала Израиль прекратить блокировать доставку гуманитарной помощи в сектор Газа, заявил заместитель пресс-секретаря генерального секретаря организации Фархан Хак. По его словам, военные уже четвертый день подряд не пропускают грузовики ООН с продовольствием, медикаментами, топливом в несколько городов. На прошлой неделе организация подала 28 запросов на въезд в анклав и на все получила отказ. And widespread loss of life in Gaza. Генеральный секретарь ООН призывает к немедленному беспрепятственному доступу гуманитарных групп в сектор Газа. Эти задержки, вероятно, стоят жизни местного населения. Нарушение международного гуманитарного права, которое мы наблюдаем в Газе, неприемлемо.